Мариуполь, продуктовый отдел супермаркета «Эпицентр». Вообще пустые прилавки, нет ничего. Ни консерв нет, ни соусов, ни рыбы. Вот. Ни крабов мурманских нет, ни креветок, вообще ничего нет. Мясо вообще, гляньте, ничего нет. Стейк рибай нет вообще. Мраморной говядины он уже вызревший нету. Вообще ни свинины нет, вообще ни колбас, тут просто пустые прилавки. Сыров нет вообще выбора, гляньте какой. Пустые вообще. Колбасы нет. Вообще ничего нет. Тут я небольшой знаток пива, но чисто визуально здесь ассортимент больше, чем в Донецке, по факту. Просто визуально, вот я смотрю. Тут не только пиво, конечно, причем какие-то слабоалкогольные напитки, наверное. Ничего нет вообще, короче. Народ голодает просто. И людей нет, видите. Денег нет. Людей нет вообще в помещении. Ужас. Как так можно жить? А ну, по заморозке, что там? Пельменей нет, мираторговских. Вареников нет. Тут какие-то дамплинги, я не знаю, что это такое. Наггетсов нет вон. Вообще нет ничего. Что, мороженое? Это тоже пустой холодильник. Кошачьей еды вон целый. Нету ничего вообще. Вот еще один, пожалуйста, стенка с пивом. Вообще ничего нет, короче. Еще одно пиво. А тут... Это слабоалкоголка. О, овощей свежих нет. Вообще все. Какие хочешь помидоры. Местные, привозные, перец, черри. Одни кабачки лежат. Все. Нету ничего вообще. Ужас. Фрукты. Да какие фрукты тут? Туалетная бумага одна продается. Все прилавки пустые. Манго. Ананасы. Что хочешь. Кокосы. Арбузы. Арбузы, кстати, местные, наверное. 26 рублей за килограмм. Так. Вообще, ну, туда и идти нет смысла. Там вообще все пустое. Ничего нет. Ну, так люди живут. Вот он, русский мир. Инжир какой-то вообще.